Сейчас покажу те настройки, на которых я летаю. Ну, говорю, как бы особого ничего не менял, особо ничего не убирал. Там не выкручивал свет FX, свет FX, да, вот эту фигню, и тоже никогда не пользовался. Вернее, я пробовал, мне не очень понравилось. Вот, но Береза говорит, выкрутил какую-то там контрастность, шматрастность, стало даже живее, не знаю. Может быть, попробую тоже у себя в NVIDIA покрутить. Может, действительно будет поприятней. Ты. А, я со Steam уже запускаю, думаю, почему не было этого. Аж ник, шмик. Так, мы хотим с вами посмотреть графику, да? Значит, галочка на ультра. Разрешение 2К, масштаб здесь 100. Детализация теней убрал, для того, чтобы был повыше FPS. Зеркала, кстати. Давайте вот так попробуем, потом вылетим. Зеркала были выключены, соответственно, да. Сейчас сделал детально. Детализация вдали 4x. Максимальная дальность горизонта 150 километров. Фильтр тексту. Фильтр тексту. Фильтр тексту земли. Четкое размытие. Я в четком делал. Качество травы нормально, далеко смысла, ультра смысла никакого нет, потому что это отображается, ну, только близко-близко. Когда ты сел, ты их и так увидишь, а когда ты летишь на 3000, зачем тебе эта трава напрягать? Детализация облаков высокая, FPS, ну, здесь я чисто под монитор, под свой сделал. Низкая детализация, сглаживание, коррекция гаммы. Ничего не менял. Ну и все, а дальше здесь SSO, HDR, резкость, 4К текстуры. Как-то вот так это все у меня выглядит.